Ацола – вождь цветоводов по мотивам Майна Рида. Однажды племя цветоводов подошло к бурому болоту. «Здесь будет страна цветов», – сказали цветоводы, и высадили рядом с болотом огромную клумбу. Цветоводы очень любили свои цветы, они днем и ночью ухаживали за ними. Но как-то раз в страну цветов приполз ужасный крокодил, живущий по соседству в буром болоте. Крокодил решил поселиться в стране цветов, а всех цветоводов отправить в бурое болото. Он притаился в зарослях настурции и стал поджидать какого-нибудь цветовода. Скоро к настурциям подошел маленький цветоводик по имени Ацеола. Крокодил выскочил и зарычал: «Уходите все в бурое болото, а то я вас съем!» Он ни капельки не сомневался, что Ацеола испугается. Но не тут-то было. Ацеола оказался очень храбрым мальчиком. «А вот и не пойдем мы в бурое болото, сам там живи!» Услышав такой ответ, крокодил растерялся и уполз в свое болото. Тут прибежали другие цветоводы. Они думали, что крокодил вернется, и тогда им всем не поздоровится. «Лучше уж в бурое болото, чем желудок крокодила», – решили они. «У крокодила зубы, а у нас только цветочки». Но Ацеола придумал хитрый план. «У цветочков нет зубов, но зато у них есть колючки. Мы защитимся от крокодила». И Ацеола позвал лучших цветоводов и велел им высадить кактусы. Уже на следующий день страну цветов окружила стена колючих кактусов. Крокодил попробовал пробраться сквозь кактусы, но только ободрал свою шкуру. Пришлось крокодилу возвратиться в свое бурое болото, а Ацеола стал вождем племени и дальше защищал страну цветов от всяких там крокодилов.